Всем привет, друзья! Сегодня буду садить семена на рассаду. Цветочки приобрели, бархатцы, астры. Взяла уже, даже немножко срок ушел, но еще не поздно. Апрель еще тоже входит туда, март-апрель посадка. Поэтому сейчас в лоточки посажу вот в такие вот одноразовые. Поставлю, наверное, в теплое место. Накроем еще немножечко для всходов. Вот, короче, вот у меня земля здесь. Сделала сегодня такой совочек себе из бутылки. Вот земли, конечно, мало, потому что еще хочу кое-что посадить. Надо будет еще купить. Так, Барсик пришел. Ты куда забрался, а? Барс, кс-кс-кс. Ты чего это? Землю учил, наверное. Пришел помощничек. Так, у меня тут машинки стирают, поэтому звуки такие за кадром слышались. Не обращайте внимания. Сёмочка, Сёма, приветики, приветики. Какая сегодня погода хорошая, солнышко. Скоро оттают ваши игрушки. Ой, Сёма, зачем выкинул-то? Еще камушки. Камушек он сломался. Камушек все сломался. Да. Вот сломался. Вот. А, большой такой, но. Сёма, давай уже бегай, а? Нет. Чего нет-то? Надо? Он, наверное, боится. Наверное. Привезли их сейчас с детского сада. А ты машину-то не будешь мыть завтра, забирать детей с ЖД, вернуться с Новосибирска? Миша и Слава. Ну и кто еще ездил, ребята? Да, тепло. Сегодня плюс 3. Семочки, маленький комбез уже все. Сейчас вот донашиваем и больше его носить не будем. Надо другую курточку уже, наверное, со штанишками будем носить. Что-то я одну курточку потеряла, которую носил у нас Санечка, маленькую. Не могу найти, куда я ее положу. Сейчас очень хорошо. Все мне было. Ты что там?
Понятно. Надя у нас ушла гулять. Лиза дома с Димой. Никак на улицу не могу их вытащить. Вот сидят дома и все, домоседы. Каникулы же, гулять надо, а не дома. Все дома и дома. О, еще камушки. Ну. Завтра, наверное, в детский сад не пойдем. Что-то Саша сейчас подумали, что дома их оставим. Потому что Саша рано ехать в Иркутск за ребятишками. Он не успеет их просто в сад увезти, в Листвянку даже. Останутся дома. Ну, котики, наверное, ходят у нас, не трогайте. Потом растает, подметем все. Все равно еще убираться. Так что дома завтра их оставляем. С мамой будем. Да, Семочка, с мамочкой будем. Давай накроем это ножки и ручки. Катаемся. Мы хотели на площадке погулять. Поехали на площадку сразу детского сада. А там грязища такая. Ой, короче, все. Мы во дворе будем гулять. Пока не растает. Здесь почище. Здесь по суше просто у нас. И, друзья, к нам пришла посылочка. Смотрим товары с вами с интернет-магазина Tikitex. Ссылочку оставлю в описании. Заказывала себе платье. Надюше платьюшко. Тут Алисе. Короче, нам, девчонкам. И колготочки Семе и Алисе тоже. Давайте развернем покупочки и посмотрим. Заказывала Семочке вот такие колготочки. Сейчас такой у нас период, когда уже, наверное, в колготки надо переходить и какие-нибудь футболочки. Смотрите, какая милота. Я так поняла, что это лисичка тут. Тоненький, хорошенький, посмотрите. Так, сейчас, наверное, Семины. Так, тут двое одинаковых. Одну открою и посмотрим еще одну. Какие-то такие прям цветастые, красивые. Ой, какая прелесть. Тоже с такой мордочкой на попке. Вот такие славненькие, радужные. Семочка будет потом гонять в сандаликах летом. Прелесть, тянется хорошо. Давайте откроем тоже, посмотрим. Так, тоже смотрите, какие красивенькие. Хорошо тянутся. И рисуночки такие вот. Это у нас, по-моему, тут с девочкой такой, посмотрите. Какая тут девочка у нас. Вот еще. Надпись такая. Теперь давайте посмотрим платьюшки для Алисы. Мы до этого уже тоже брали ей там платье. Она их сейчас с удовольствием носит в детский сад. Посмотрите, состав 100% хлопок. Все хорошо. Прошито. Зайчики тут такие. 110-й. Вот размерчики взяли. Это тоже 110-е. Ну, уже такое темненькое. Тоже все хорошо прошито. Тут получается на пуговке еще. Хорошенькая. Так что вот такие обновки у нашей Лисюши. Так, друзья, и взяла платье для себя. 50-й раз за зиму так хорошо набрали, поэтому надо садиться на диету. Так, вот такое вот платьишко. Такой интересный материал, смотрите, как тянется. Вот видно вам, нет? Очень интересный. Вот тут рукавчик 3/4. Ну, вот просто прямой такой, видите, покров. Чуть-чуть покажи, точно. Так, и для Надюши платье. Она его уже мерила, очень хорошо на ней смотрится. Мы сейчас ее попросим еще одеть, потому что здесь будет сейчас не видно. Ну, в общем, здесь такие пышные рукава. Сейчас это вроде бы как в моде. Вот. Ну и такое черное в горошек платье. Сильно не тянется. Сзади есть разрезик. Здесь вот такое вот декольте. И замочек на спине. С
Сейчас мы попросим Надюшу прийти и померить. Посмотрим, как на ней будет смотреться. Посмотрим. Такое, в общем, платье. Надюше очень хорошо оно. Ну-ка, повернись. Вот 42-й размерчик. Хорошо, что 46-го не оказалось. Я сначала 46-й ей заказала, потом нам написали, что его нету. Есть 42-й. Я говорю, а давайте 42-й. И вот посмотрите, как удачно. Ну-ка, покрутись. Очень хорошо. Вот сейчас, наверное, мода такая, да, вот эти фонарики. Такой материал хороший, такой прям вообще нежный-нежный такой. Классный. Ну и куда в нем пойдешь? Точно не в школу. В школу нам нельзя так ходить. Ну, короче, можно будет гулять. Можно с туфельками, да? Ну, сейчас она тут сапожки одела, просто чтобы для фона, чтобы было видно. Ну, хорошо, в общем, это твой размер прям идеально. Так что, друзья, ссылочку оставлю в описании. Уже говорила. Кому интересно, проходите. Знакомьтесь, платьев там очень-очень много. Красивейшие платья. Так что проходите, заказывайте. Супер вообще. Красавица наша. Какое платьишко. Вот, которое на ней платье. Сейчас дай-ка дочь покажу. Это мама, вот тоже стикитекса. Ну-ка. Ну, красавица вообще. Набегалась. Вот, смешает. Давай сюда, зачем подними? С медведем играешь? Да, вот такое, доча, еще. Мама, я его повесила на вешалку. На вешалку, дай-ка приложи. Приложи, покажи как. Ну, красотка будешь, ну, красотка вообще. В садик пойдем в обновках, да? Хорошее платье. Пока-пока.